мужчины, пройдите в окно. Вы должны получить разрешение на съемку адмирала Большого и Малого флота. Мне приходится так много глотать. Здравствуйте, я сегодня не буду просто говорить «Здравствуйте! Здравствуйте!» Я гандон спирали штампонов сегодня, чтобы вы понимали. Гандон спирали штампонов, все, окей. Женщины, мужчины, настоящие люди, всем привет. Это было опубликовано на необходимых площадках, не для детей. Бюро, как бы здесь для вас все сделано. Понимаете? Мы концепцию полностью отдали в ваши руки, чтобы вы понимали, да? Потому что мы безмерно вас уважаем и любим. И еще день рождения. Блин, нихрена себе. Поздравляю, кстати. Спасибо. С днем рождения, Гордея! Синяки, мы тут зря тратим время. Пойдем отсюда. Напоминает историю, не когда звезды сказали Апеллиону по поводу сегодняшнего ивента. Они сказали, пацаны, у вас все пойдет через пизд. Кто-нибудь из вас видел передачу «Мужское и женское»? Видео мало. Тогда вопрос. Всех с вами, друзья. Ну все, поехали. Могу быть выебан, и кто-то другого пола может быть выебан. Это же круговорот. Я настучу тебе по ебалу! Я белый, чувак. Это четверга, я белый. Не знаю, что происходит. Это никому не нужный блок. Если бы ко мне в клуб пришел, ну, например, блядь, Андрей какой-нибудь там, как Корин, футболист так называемый, хуй бы он курил на сцене у меня. Сука, твою мать. Хорошо, что ты в плаще, реально. Какая хуйня творится? Все выходит по контролю. Я помню то, что 350 нужно грамм сахара на яблочный пирог. То ли 350, то ли 300. Я положил 300, но я не уверен. Если ты не обманываешь самого себя, ты не можешь обмануть зрителя. Ты не можешь заставить человека с улицы поверить в то, что он видит, что это что-то не то, что он видит, а то, что кто-то там придумал, и не понять этого, что это так и есть. Но поверить в то, что придумал другой. То есть он верит в то, что придумал тот, кого он даже не знает. Сильная и независимая женщина – это образ мысли. Концерт Refaction Family, люди уходят инвалидами. Я предлагаю бойкотировать все мероприятия, которые не похожи на это. Ага. Это ты все это время крутил фокус, да? Снимайте это все. Я прямо сейчас этим занимаюсь. Нет, ты что, все? Мне сказали, что все это совершенно отвратительно, но мы вообще-то знаем это и без вас. Спасибо вам за то, что пришли, а главное, огромное спасибо за то, что вы ушли. Потому что без вас, как правило, лучше.